вперед, ребята! Знаменитые кресты! Только что проехал автобус мимо. Но до Москвы осталось 420 километров, плюс еще 170. В общем, 600 верст до Серебряных прудов. Буду дома к ночи. Попал в такое чудесное место и решил, что это сказочное место будет прекрасным местом для того, чтобы рассказать вам, друзья мои, сказку. Садитесь поудобнее и слушайте. Сказка называется «Правда». Снова новый начинается. Нет, нет. Не так. Она называется «Право на любовь». Сейчас машин все меньше и меньше, я стою, голосую на дороге. Ну и пока машины не едут, думаю, отключен. Просто, ну, сказку рассказать. Снова солнце на небе. Вам интересно будет послушать. Снова. Вот Лида есть. Лидова, наверное. А есть не Лидова. Вот такое вот интересное, короче, свойство. Не Лидова. Еду, в общем, в Москву. Время 12 часов ночи. Ну так вот, я уже, ну, наверное, водители 5 или 6 сменил. Все вот везут по 50 километров, по 40, то есть до Москвы никто не едет. Ну так, там в одном месте застрял, даже сказку записал. Потом оказалось там, это место, там кладбище. Вот. Психиатром ехал. Вот такие дела. Вот она, моя любимая природа. Акрей. Это родник наш. Родник Сергия Радонежского. Здесь иногда сюда олени выходят. Один раз приехал на машине. Олень стоял здесь. Дай Бог, чтобы спокойно жить в стране воров, мошенников и пьяниц. И самому греха не завершит. Дай Бог спокойным быть. Дай мужество весь мир переменить. Дай силы не менять, что неизменно. Дай мудрости не освещать, что скверно. И дай мне свет сердца людей пролить. Аминь. Oh, watch here.
лыжички. Ну, у нас лыжички. Молодец. Говорю, Серега, чем будь добро, будь добро, люди, у каждого из нас есть право на любовь, у каждого есть право на любовь. Профессора. Гуляй, Степанов, Едзаев. Видите, я у себя в окре, дома. Надеюсь, ваши души теперь спокойны. Совесть, благородство, достоинство. Вот оно святое наше место.